У меня небольшой такой вопрос к людям. А где Роман Костомаров? Я что-то понимаю, где он? Почему то, что я сейчас вижу, это какие-то двойники, какие-то копии, которые продвигают то, как это пожирание сверчков, хотя вы пластик будете жрать, и так понятно, в конфетах и везде, как говорится, питание. Продвигает какие-то протезы, бизнес на протезах, как мы гадали уже, помним, да, на всяких инвалидах и так далее. А где настоящий Роман Костомаров? Я в гостинице, когда работал, было время, да, Екатеринбурга, главная гостиница, знаем, да, и я с ним лично даже фотографировался, я был в такой спецодежде уборщика, вот, и я понять не могу, я лично этого человека жал за руку, то есть я помню этого человека, как он выглядит, то, что сейчас показывают человека, то есть Роман Костомаров более интеллигентный такой человек был, такой краткий, все, никакого там, ха, пойдем пивко бухнем, я там, так далее. Он христианин, не мусульманин. Сейчас что происходит вообще? Это на кого рассчитано? На каких лохов вообще? Я, конечно, понимаю, в России уже все отупели, оболваненные до предела. Но сейчас что, какой-то чёс двойников намечается, что ли? Это ласковый май называется 2, да? Я что-то понять не могу, что происходит. Народ, проснитесь уже, свою кочерыжку тупую врубите и посмотрите внимательно. Я попытался в интернете посмотреть Романа Костомарова, как он был там в 2018 году и так далее, допустим, да, нету фотографий, все удалено, зачищено. И везде суют вот этого таджикистанца или кто он там, горца. Вырехнулись, полное отличие, да, полное, полностью цвет волос, глаз, все полностью отличается. Сколько можно лгать уже? Это на каких тупиц рассчитано? Ну, включите свои мозги, посмотрите. А где настоящий, у меня вопрос, его или убили, или что произошло, где он? Или он умер? Что, трудно признаться? Бизнес делаем, да? На мертвом человеке, допустим? Охренею.